Ставим носочек. Руки вверх, вперед, вверх. Назад, плечи назад. Идем, носочки вперед. Прыжки через линию. Первую минуту делаем 10 прыжков через линию. Оставшееся время отдыхаем. Вторую минуту делаем 20. При начале второй минуты 20 прыжков через линию. Оставшееся время отдыхаем. После третьей минуты 30 прыжков через линию. Оставшееся время отдыхаем. Так, точно так. И отдыхаем. Отдыхаем до конца минуты. Начинается вторая минута. Мы делаем 20 прыжков. Оставшееся время до конца второй минуты мы отдыхаем. Подходит к концу вторая минута. Начинаем третью минуту и 30 прыжков. Третьей минуты отдыхаем. 40 прыжков. Четвертой минуты мы отдыхаем. Видео во время отдыха я удаляю, чтобы было видео тренировки чуть-чуть меньше. Поэтому приготовились. Время подходит 50 прыжков.
Для упражнения на баланс можно использовать так, балансовую подушку, простую подушку, как мы делали в прошлом. Балансовый диск, но это очень сложное. Я сегодня попробую на балансовой подушке. Кому тяжело на балансовой подушке, делайте просто, либо просто на подушке. Очень сложно. Это первое упражнение. Разножка. 15 сантиметров от пола, голень и бедро. 90 градусов. Это прыжок и поворот в сторону. И сразу прыжок назад. Прыжок. Перки. Отжимание, упор, присев прыжком, прыжок, упор лежа прыжком, отжимание, отжимание, упор присев, прыжок, упор присев, отжимание. Планка, очередная смена колен к рукам. Сложное отжимание с прыжком вперед. Мы делаем отжимание. И как только руки вверх, мы должны прыгнуть вперед. И должны постараться перепрыгнуть линию, в которую мы делаем упор.